Всем привет! Я в магазине Монетка. Мандарины. Апельсины. Ну, я апельсины уже купила. Я их купила по 80, тут 99. Груша. Не вижу. А, 149. Ну, она такая уже немного печальная. Киви. Нормально. Ну, так. Макароны. Я не ем, это я тоже не ем. О. Перловка, крупа перловая, наверное, ее возьму. Ой. Так, 70 риса кубов. Пшеном. Кстати, надо вот это взять, попробовать. Как вы думаете? Так. Гречку я уже купила. Сливки мне не надо. Я тоже не ем. Мне вот надо капусту, брокколи и цветную. Что тут? Пельмени. Тесто слоеное. У нас уже появились куличи. Кстати, неплохие такие. А как на вкус, не знаю. Вино. Тут кулич. Тут всякие стразики для яиц. Такие детские игрушки, ананасы, пупсики. Конфеты. Вафли. Печенье тук. Тук-тук. Липсы, сахарозаменитель. Ну, кстати, сахарозаменители вредные. Вот я бы хлебцы взяла со вкусом сыра. Тут, видите, только простые и черная смородина. Кстати, можно взять, попробовать. Кстати, наверное, возьму. А что на работу не будем брать? Шоколад. Так возьмем. Там уже там сейчас будем ехать, разберемся. Альпенгольд. А, давай в зал, да? Давай в зал, да? Мы же на такие же. Мармелад. Капуста, баклажаны, авокадо. Кстати, я вот авокадо никогда не пробовала.
свекла убитая. Картошка печальная. Ой. Надо что-то другое посмотреть. Горячую кружку я такую не ем. Тут как-то особо и печально. Соки я не пью. Тут всякое такое. Стаканчики одноразовые. Стопки. Постельно. А я как потом начну рассматривать. А капусту так я и не увидела. Замороженную. Ряженка. Карамель, яблоко, корица. Наверное, вкусно. Что тут? Кефирок. Творожок, творожная масса, которую я теперь не ем. Йогурты с добавками. А нам надо йогурт без добавок. Ну, это, скорее всего, вот этот. А нет, это черника. Ну, делать тут йогурт без добавок, а? Всякие сырки. Такие пироженки вкусные. Какая вкуснотень. Особенно вот эти с птичкой. Такие. Нормально. Жить можно. Вафельные трубочки, говорят, очень вкусные. Шарушонка. И, кстати, это вафля не хрустящая. Она мягкая. Шарушонка. Яйца. Помидорки чили. Грибы. Кстати, салат. Салат. Кукуруза. Сельдерей. Редис. Конфеты. Мармелад. Кстати, мармелад вот такой. Всякие кока-кола. Кстати, мармелад. Вот
350, а эти 207, 269. Да и все. Там еще нету. БПЕ не ем. Капуста пекинская. Блин, я даже не знаю, что с ней делать. С этой капустой пекинской. Кстати, тоже помидорки такие. Томаты 300. Перчики. Лук. Финики. Макадамия. Орехи макадамия. Все, на этом всем пока-пока.